Знаете, на кого вы похожи с этой дорогой сумочкой и дешевыми туфлями? На деревенщину. Отмытую, суетливую деревенщину, лишенную вкуса. Хорошее питание пошло вам на пользу, но вы наверняка прямой потомок белой голодьбы, да, агент Старлинг? И этот акцент выдает в вас уроженку Западной Виргинии. Кто ваш отец, девочка? Уж не шахтер ли, провонявший углем? И когда местные парни тискали вас на задних сиденьях машин, вы мечтали лишь об одном – сбежать оттуда.